Сегодня мы с учениками первого класса и с ученицей седьмого класса принимаем участие в городской акции «Читаем вместе о победе». Для обсуждения мы выбрали книгу Елены Коровиной «У Лёхи большие щёки». Это история, которая рассказывает нам о мальчике, жившей в блокаду Ленинграда. Война закончилась, и это нам в наследство. Пушную буханку и на кресте листочек прикрепил, и зарыдал отчаянно и жалко.